Всем привет, YouTube, привет. Маленькая такая приколюшечка про вот эту печечку. Вот вы видите, здесь зазорчик. И слышно даже, что... Даже слышно, что от такого зазора как бы приток воздуха больше. Вот гудит. Вот, приходится вот так открывать, потому что сыроватыми дровами топлю. Получается, как бы не хватает то ли воздуха, то ли наддува, то ли хрен его знает чего. Вот здесь на полную открыто, тут на полную. Ну, мне надо натопить гараж. Хотя вот опять же закрываю игл. Вот сами послушайте. Явно по гулу слышно, что это самое. Но вот опыт показал, что вот так вот на палец открываю. Вот, или чуть меньше. Вот, и вот эта красота горит лучше. Ну вот их слышно. Они сырые. Ну а что делать? Ну не сушить же их. Уже приходится топить таким, чем есть. И вот в таком вот разе я... Вот так вот прикрываю, и более эффективно горит, ну и быстрее натапливает. Вот, как бы. Ну и плюс, уже печка в режим вошла. Я включаю свои вот эти вентиляторики, и чуть-чуть, по подбор тепла шел в гараж, а не топить, извините, улицу. На улице, потому что у нас вот пока еще... Сейчас покажу. Вот пока еще у нас тут снег. И снега не то чтобы много, но снег есть, естественно, и холодно. Так что я еще раз вернусь к своей вот этой находке. Кто-то, может быть, мне объяснит, подскажет. Ну, вот таким образом вот эти дрова, вот, еще раз показываю, буквально палец, чтобы залазил. Вот, слышно, как горят. Более весело они горят. То есть из этого делаю вывод, что, ну, по сырым дровам вот этого объема воздуха не хватает для раздува или для чего-то. Ну, короче, в общем, как-то так. Попробуйте и отпишитесь, если что. Все, всем привет, пока-пока, удачи, до новых встреч.